Всем привет! Да, я понимаю, давно не было видосов. Извиняюсь за это, просто у меня то интернет закончился, то я заболела и прям сильно, то комп вирус подхватил. А Вика, если хватает вирус, то Вика хватает хороший вирус. Ну и, короче, там все удаляли. Весело. Ну, сегодня я буду отвечать на ваши вопросы. Первый вопрос. Что сподвигло тебя стать видеоблогером? Просто зашла на YouTube, такая смотрела видеоблогеров и думаю, почему я не могу стать. И в итоге я решила стать видеоблогером. Много ли у тебя подписчиков? То, что вообще меня пару человек смотрят, это уже достижение, мне кажется. Потому что если бы меня не смотрели, вот тогда было бы не весело. А так меня смотрят, и меня смотрят много людей. Ну, то, что у меня подписчиков может быть 20 человек, а смотрят меня 200. Ясно все, все окей. Ты приседаешь в зале, чтоб все попивали. На чем будешь кататься летом? На саночках. О, у меня санки есть. Буду крутая. Можно с тобой подружиться? Конечно, можно, да. Ты стала видеоблогером для какой-то цели или саморазвития? Ну, на самом деле, мне кажется, все-таки для саморазвития, потому что особо у меня не было цели, а просто мне было интересно, и я решила стать видеоблогером. Тебе кто-нибудь нравится из мальчиков? Конечно, нравится. Женя, еще один Женя, Артем, Саша, Миша, Матвей, Влад, да, вроде все. Это мои братья. И я их очень люблю. One love просто. Ня-ня-ня. Кого ты смотришь из видеоблогеров? В основном я Куплинов Плей канал, или Куплинов, я не знаю, как называется точно. Ну, я смотрела летсплей на Life is Strange там. Просто мне жалко было трафик скачивать Life is Strange. Да. Мне очень жалко было трафик. Я просто хотела записать видео. Это же лучше. Еще я смотрю Ивангая, но смотрю я его очень редко, прям супер редко, стараюсь особо не смотреть. Смотрю наш любимый Саша Спилберг. Да, я ее мало смотрю, мало, да. Ну, редко, только когда в ленте попадается она. Долго ты пользуешься YouTube, не именно своим каналом, а вообще смотришь видеоблогеров? Ну, зарегистрировалась я первый раз на YouTube года, наверное, 3 назад. То есть это было давно. И то я потом забросила канал, я даже никого не смотрела. А потом где-то через год я зашла на YouTube, и мы решили с друзьями снимать видео. У нас даже было одно видео, но, увы, пришлось нам как бы распасться. У нас, короче, одно видео было, и все, и мы распались. Да. Ну, а потом я решила создать свой канал. Вот. С вами была Виктория Уайлд. Подписывайтесь на мой канал. Ребята, видосы будут выходить часто. Простите меня за все. Всем пока!